24 мая 2021 года около 4:20 тверские автоинспекторы несли службу в городе Торжок в рамках мероприятия «Контроль трезвости». Автоинспекторы попытались остановить автомобиль ВАЗ 12 модели. Водитель законные требования сотрудников полиции не выполнил и продолжил движение. Полицейские организовали преследование. Молодой человек на автомобиле ВАЗ, сделав несколько поворотов, заехал в тупик. Из двора он уже выехать не смог, сотрудники ДПС задержали его. При проверке водителя по информационным базам госавтоинспекции было установлено. Молодой человек, местный житель и зарегистрирован в одной из деревень Торжокского района. Освидетельствованием на состояние опьянения на месте было установлено содержание этанола в выдыхаемом воздухе в размере 1,275 мг на литр выдыхаемого воздуха. Автоинспекторы составили в отношении него ряд административных материалов, в том числе из-за управления транспортным средством в состоянии опьянения. По решению суда мужчине может грозить наказание в виде штрафа 30 000 рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет.